годом, друзья, с Новым годом. Всем привет из леса, друзья, с Новым годом, с наступающим праздником непредсказуемых возможностей и упущенных из домнутов. Приходите к нам на канал, с нами будет весело, мы сегодня из леса передаем, друзья мои, но в следующие разы мы тоже будем передавать из разных интереснейших мест. Друзья, смотрите, куда я зашла. Это вообще полный капец. Супер какое-то непосещаемое заповедное место. Вы слышите, как птицы поют? Здесь так пахнет грибами. Сейчас мы посмотрим. Где же эти грибы-то находятся? Здесь такая хвоя. Посмотрите, что ее даже не протопчешь. Они полностью хвоей завалены все. А ну, посмотрим, где же эти грибы. Вообще пахнет грибами очень сильно. Нигде ничего не видно. Что это такое за борода висит? Борода, борода. Помогает в холода. А вон, по-моему, там не грибы. Сейчас посмотрим, что там. Ох и борода, ну и борода, защищает в холода. Там прям такие норы, из которых того гляди вылезут тролли какие-нибудь. Это все природное, никто ничего тут не делал. Ой, ужас, сейчас поближе подойдем. Я в шоке, друзья, я первый раз в этом месте. Конечно, никаких мандрагор тут нету, но тут такое, а потом я вам покажу, что я нарвала. Извиняюсь, это крутится. Вот такие прям проходы. Ты можешь сквозь него проходить. Да, прям хвоей. В Израиле это очень большая редкость. Найти такое заповедное, вообще нехоженное место. А вон там впереди какая-то куча. Сейчас мы туда пойдем. О, какие-то грибы. Трюфели, не трюфели. Шамаханские грибы. А ну, друзья. Ого, точно трюфели. Ого, вот куда надо приходить за трюфелями. Ой, ой, ну конечно, это трюфель белый. Посмотрите какой. Ну-ка, сейчас я понюхаю. Ой, а запах у него, это просто капец. Конечно, я пока брать не буду, потому что, может быть, его разрезать какой-нибудь палочкой сейчас. Ой. Ну, куда я его буду брать? Что с ним делать? Ж не знаю. Сейчас мы его вот такой палочкой разделим. Трюфель, да? Он немножко уже старенький, видите? Но настоящий трюфель. Трюфель зернистый. У-у-у. Все это кончается вот такими огромными камнями, скалами вот такими вот треснутыми. Я не знаю, дальше-то можно идти? Нет, сейчас посмотрим. Или мы пройдем дальше, или нет. Ой. О, огромная скала. Вот так вот шли-шли. И посреди этого всего каменного вот этого вот безобразия. Смотрите, какой прекрасный кипарис. Просто в природе вырос. Обалденный. Такой нежный. А кипарис, друзья мои, это по друидскому поверью мое дерево. Сейчас я до него дойду, у меня же немножко осталось. Хотя тут, видите, какие препятствия. И обязательно надо до него дотронуться. Накануне Нового года, тем более. Обалдеть, он такой здоровый. Абсолютно на нем ни одной прогалины. Полностью все веточки целые. Вот, наконец, друзья,
израильские маслята. Вот посмотрите, как они кучками такими растут. Красавелы. Ой, сейчас я их покажу. Значит, в неплохом состоянии, смотрите. В очень даже неплохом состоянии. Масленок зернистый. Ну, вот этот старый. Это не пойдет нам. Мы только молоденькие берем. Вот это неплохой. Вот масленок зернистый. Тут вот еще один. Сейчас, где он тут? Значит, один я выкинула. Сейчас. Вот еще два масленочка. Тут хорошие. Такие крепкие. Они прям как белые грибы. Смотрите, друзья. О, прям как белые грибы. Слышишь, Сереж, два прям как белые грибы были. Ого. Ничего себе. Какой хороший сохран, друзья. Вообще обалденнейший сохран. Так. Так, вот еще в зарослях аспарагуса. Тоже неплохие по сохрану. Ну, тот был высший, конечно, сохран. Вот это вот, видите, друзья, вот такой я не беру. Это старый гриб называется. Извините, при всем уважении, но я не могу это брать. То есть это есть нельзя. Вот это вот старый гриб. Вчера один в Фейсбуке опубликовал. Он таких набрал целую эту. Но я такие не беру. Этот даже я брать не буду. Вон он, видите, на протык он уже тыкается. А вот рядом какой-то, по-моему, молоденький. Сейчас мы посмотрим. О, да или нет? Посмотрим. Yes или no? Так себе, друзья, тоже я это не беру, чтобы вы знали. В грибах, друзья мои, тоже надо разбираться, что брать, а что не брать. Даже если это ценный промысловый гриб, но он старый. Не советую никому его брать. Вот и все. Все. Вот опять, друзья, заросли любимого нашего аспарагуса. И вот тут вот грибочки. Сейчас мы посмотрим, как они, в каком сохране. Вот это вот, по-моему, неплохой сохран. Хотя нет. Лучше это не брать. Еще один. Еще хуже сохран. Да, друзья мои. Это не пойдет. И вон в кустах такой дедушка гриб, видите? Тоже моего брать я его не буду. Грибы это как женщина, понимаете? Или он свежий, или он уже все, старик. О, видали? Ну что это такое? Куда его? Я его буду домой унести? Нет, конечно.